Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Виде. Виде в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И как мы понимаем, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование Виде сайта компании. Сразу видим мы главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте, а также white paper, можно сказать, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным. Сразу нам показывается, что уже идут, что через 7 дней начнутся предварительные продажи. Также будет бонус в размере 20%. Мы также не забываем о том, что ранние инвесторы всегда получают наибольший бонус. Что такое слой Виде? Виде изобрел первый одностраничный невидимый слой для видео, который запускается на блок цепочки Ethereum. С помощью трюма пользователи теперь могут показывать крошечные гиперрелевантные видео, скрытые за текстом любой странички в интернете. Также нам предоставляется возможность ознакомиться с промо-роликом. Также мы видим достаточное количество партнеров, которые заинтересованы в этом проекте. С помощью всего лишь удержания пользователь теперь может выявить крошечные гиперрелевантные видео, которые скрыты за текстом в любой страничке в интернете, открывая совершенно новое измерение в интернете. Как работает, в чем принцип Виде? Виде он не показывает рекламу сразу. Это плагин просто подчеркивает текст, имеющий отношение к объявлению. Когда вы наводите мышью на эту область текста, крошечное окошко появляется, где вы можете интуитивно видеть, куда идет этот контент. Это может быть также фрагмент видео, изображение или текстового вызова. Таким образом, потребитель не отвлекается на построение на посторонние элементы, но потребляет информацию в потоке. И если рекламный контент интересует его и решает свои проблемы, он идет к нему уже готов. Виде смотрит, как долго пользователь обратил внимание на рекламу и платит за это ему в виде коинов. Таким образом, за потраченное время на просмотр рекламы рекламодатель будет платить. Мы можем видеть распределение токена. Можно сказать, что команда оставила для себя и партнеров немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также есть распределение средств. Мы видим, что полученные доходы пойдут на разработку. Также операционные расходы, юридический, маркетинг, контент. Также мы видим продажу токенов, историю. Частная продажа уже закончена. Предварительные продажи должны вот скоро начаться. После них начнутся уже главные продажи.
Каждый бренд, который захочет рекламировать свой продукт на внутреннем слое VIDI, он должен будет приобрести VIDI коины, чтобы использовать платформу. Существует 4 уровня различных функций. Это будет зависеть от того, какое количество VIDI коинов приобрел рекламодатель. Мы подошли к разделу «Команду», «Команды». Можно сказать, что команда хорошая, внушает спокойствие, ведь над данным ICO работает очень слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают известные специалисты в области криптовалюты, маркетинга. Мы видим достаточное количество советчиков, советников. Можно сказать, если проанализировать все факты, информацию, которую мы получили, у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее количество участников. Раздел «Дорожная карта» мы можем наблюдать. Видим, что проект стартовал недавно, в 2018 году, в первом квартале. Но можно также увидеть, что график четко распланирован, развитие проекта идет за планом, команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также нам предлагается стать подписчиками в одной из соцсетей, чтобы еще больше узнавать об этом проекте и быть в курсе самых последних событий. На этом обзор нового ICO проекта VIDI закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!